Друзья, всех приветствую, на связи Денис. Ну что, в этом видеоролике я отвечу на самый популярный вопрос, который задают все люди, когда видят новый лаунчпад. Сколько можно заработать? Сразу скажу, что в данном видео я вам покажу только историю. Я вам покажу то, сколько мы заработали на примере предыдущего лаунчпада. А сколько мы заработаем в следующем лаунчпаде, к сожалению или к счастью, это определить просто невозможно. Потому что первое, мы не знаем, какую аллокацию конкретно мы получим, а это все зависит от того, сколько токенов всего будет распределено и сколько токенов всего будет зафиксировано всеми пользователями. И второе, мы не знаем, по какой цене мы продадим эти токены. То есть, каким-либо образом высчитать, сколько вы сможете заработать с того или иного лаунчпада, который будет, это невозможно. Но мы можем опираться на историю и посмотреть, сколько мы заработали, условно, было бы у нас там 1 BNB, 2 BNB, 10 или 0,1 BNB. В данном случае я вам покажу все это на конкретном примере, и не только на своем примере, а на примере своих подписчиков. У меня есть свой телеграм-канал, к слову, если вы на него еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Здесь выходят самые свежие и горячие новости, а также обсуждения. Недавно у нас был лаунчпад, который назывался Beta Finance. Этот лаунчпад, сразу же стоит сказать, что он был просто, ну, успешный. Я бы даже сказал, что мега успешный, потому что мы здесь заработали очень много иксов. Очень много иксов — это сколько? Давайте сейчас посмотрим. У нас токен, мы покупали его на лаунчпаде по 0,06 центов. Давайте вот я возьму линейку и здесь, где 0,06, поставлю нашу, так сказать, отправную точку. И мы начали лететь. Когда токен вышел после лаунчпада, мы улетели на плюс 7000%. Его реально было спокойно сливать по 4 доллара. Я его сливал лесенкой по 4 доллара и по 3,50. В среднем я его слил где-то по 3,6 доллара. И даже сейчас этот токен удерживает свою позицию, торгуется на отметке 3,3 доллара. Даже сейчас, с момента листинга, он торгуется плюс 5600%. Это просто колоссальные иксы. Условно, если бы вы инвестировали в этот токен и купили бы этих токенов на 100 долларов, вот здесь вот внизу на лаунчпаде, по 0,06 центов, то сейчас вы бы их абсолютно продали на 5600 долларов. То есть со 100 долларов заработать 5600 долларов, 5500 долларов чистой прибыли. Очень круто, мега иксы. То есть это нужно понимать, что лаунчпад был очень успешным. Теперь давайте, так сказать, меньше лирики, больше практики. Сколько же заработал я, сколько заработали мои подписчики? Я записал голосовое сообщение в своем телеграм-канале и попросил отписаться своих подписчиков. Говорю, ребята, напишите, сколько BNB вы вложили, чтобы другие люди смогли посмотреть и прикинуть плюс-минус там на свои BNB, сколько они бы могли заработать. Смотрите, вот первый нам отписывается Александр, 0,3, ну я так понимаю, здесь запятая, 0,3 BNB он инвестировал, получил какую-то часть аллокации и ему дали 2,2 монеты. Соответственно, 2,2 монеты по 3, по 4 доллара, это там около 8 долларов он заработал. Понятное дело, что он что-то заплатил в BNB, но он платил 0,06 центов за один токен, это копейки, то есть он заплатил 0,12 центов, а заработал 2,2 монеты. Плюс очень-таки хороший в процентном соотношении. Далее, Артем отписывается 2 BNB, 12,5 бета. 12,5 бета – это около там 40 долларов плюс-минус, в зависимости от того, сколько он продал свою бету или не продал. Вот такой вот результат получился у Артема. Далее есть Ильяс, 7,7 BNB, 52 монеты, продал все за 180 долларов. Вот человек, у которого было практически 8 BNB, заработал просто вот так вот 180 долларов. Очень круто. Алекс, 1,8 BNB, 12,28 монет. И пишет, что где-то 4% прибыли за всю неделю он вот так вот высчитал. Владислав, 0,1 BNB, лочил, дали 0,68 монеты, перевел обратно в BNB по обмену, вышло плюс 2,3 доллара. Вот те люди, у кого небольшой депозит, говорят, 0,1 BNB, есть смысл заходить или нету смысла заходить? Мое личное мнение, что, конечно же, есть. Почему? Потому что вот эти вот лаунчпады на бирже Binance 99% успешны. А бывают очень успешные. Когда очень успешные, это тоже хорошо, это плюс. В любом случае это плюс. В данном случае Алекс залочил 0,1 BNB. Тогда BNB был у нас по курсу где-то 400 долларов, 450, то есть 45 долларов. И он заработал плюс 2,3 доллара с этого. И он заработал это тоже вот так вот, очень просто. И в процентном соотношении он заработал очень-очень много. Дальше, кто-то вот ничего не инвестировал, ничего не заработал. 0,24 BNB, 1,8 монеты. Здесь Макс пишет 0,1 BNB, 1 бета ему дали, 1 монету. Вот здесь вот я не понял, кто-то, вот Владислав пишет 0,1 BNB, у него 0,68 бета, а у Макса 0,1 BNB, 1 бета. Возможно, Владислав держал не все 7 дней BNB, то есть не всю неделю, а у него там было чуть поменьше, из-за этого ему меньше локацию насчитали. Ну, тут тоже есть свои нюансы. Дальше.
Один BNB 7 бета продал по 3,5, 25 баксов условно зафиксировал. Красавчик, Сергей, молодец, почему бы и нет, плюс 24,5 доллара, шикарно. 0,74, 2 дня он всего лишь держал, 0,21 BNB в заморозке. Ничего не понял, что-то я запутанно как-то получил 0,01 BNB, получил 1,4 монеты бета. В общем, вот такой вот результат у Ивана, тоже получил плюс, это самое важное. 3 BNB дали купить вот столько, продал за 0,16, около 55 долларов профита. С 3 BNB Никита заработал 55 баксов профита. Отличный результат. Аналогично, лочил 1,6, получил 1 с бета, продал за 0,15, продал 1 с бета по 4 доллара. Профит 43 бакса. 1,7 BNB инвестировано Женей, 43 доллара заработано. Молодец, отличный результат. После алока BNB возвращается на счет, да, конечно же, после того, как пройдут все там калькуляции и аллокация вам выдастся, BNB вернется вам на спотовый счет ровно в том объеме, который останется. А на часть аллокации автоматически купятся новые токены, в данном случае мы покупали вот эти вот токены бета. Идем дальше, 7 BNB 50 бета, 0,19 BNB 1,6 бета, то есть вот 50 бета это по 4 доллара, это у нас 200 долларов получается с 7 BNB, ну как бы шикарно, но он их держит, Сергей как бы верит в этот проект, он достаточно сильный, но думает, что он дальше будет расти, он его держит. Окей, смотрим, какие у нас дальше есть результаты, 0,25 BNB 1,77 бета, около 5 долларов, окей, почему бы и нет, вот тоже небольшой капитал, 0,25 BNB, 5 долларов дали. Все шикарно. Заработал 5 баксов на ровном месте. Почему бы и нет? Если бы он этого бы не сделал, он бы не заработал. Поэтому еще раз говорю, что да, даже с небольшим капиталом есть смысл участвовать. Как минимум вы что-то, хоть какой-то плюс заработаете. И самое главное, вы получите опыт. И когда у вас будет больше капитала, у вас не будет уже там каких-то вопросов, как правило, глупых, потому что ну здесь все просто, но вот новички не понимают. Вот чтобы вы понимали, даже если у вас небольшой капитал, попробуйте это сделать на небольшом капитале. Попробуйте, потренируйтесь. Когда будет капитал больше, вы уже прекрасно будете понимать, как все это будет работать, и не будете переживать, куда вы отправляете свои деньги и тому подобное. 4 BNB, 27 монет. 2,2 BNB, 15 монет, 45 долларов. Продал 5 бета, 14 долларов заработал. Он зафиксировал часть, я так понял, Саша, да, он зафиксировал часть. То есть всего на 45 баксов мог продать, но продал только на 14, насколько я понял. 0,22 BNB, 1,5 бета. 1,5 бета по 4 доллара, условно там 10 долларов, 9-8 человек заработал. Тоже нормально. Друзья, вот такие вот результаты. Надеюсь, был вам полезен. Если был полезен, то ставьте лайк под этим видеороликом. С вами, как всегда, был Денис. Всем пока-пока. Зарабатывайте.